Правильное начало рабочей недели – это чашечка ароматного утреннего эспрессо с утра пораньше и плотный информационный завтрак в хорошей компании. И все это мы вам гарантируем. Доброе утро! С вами программа «Утренний эспрессо», ее ведущие Виталий Иванов и Екатерина Нечипорук. Здравствуйте! Сегодняшний день обязательно будет успешным. Именно такой мысли нужно его начать, и тогда все обязательно получится. Невзирая ни на какие обстоятельства извне, будем это воплощать в жизнь. И один простой, но весьма действенный секрет, как настроить себя на позитивный лад. Это улыбаться. Ведь обычная улыбка, вот именно так, посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. А когда мы счастливы, организм начинает вырабатывать различного рода эндорфины, которые поднимают настроение. Ну что ж, надеюсь, наши улыбки сегодня дойдут и до вас. Этот принцип, кстати, по поводу эндорфинов и улыбок в 1980-х годах был подтвержден целым рядом исследований. Ну, кстати, те же исследования показывают и обратную сторону. Если люди хмурятся, начинают посылать не эндорфины и не вырабатывать эндорфины, начинают меньше улыбаться, они чувствуют себя несчастными. Так что долой негативные мысли, да здравствует позитивное настроение. Анонс выпуска смотрим прямо сейчас. Сегодня в утреннем эспрессо. Безопасные дороги, об общей ситуации, причинах летних аварий и поведении пешеходов поговорим с гостем программы. Кобринская палитра. Новый творческий проект объединил два десятка художников-любителей. Любопытный конкурс в регионе. Брещанам предлагают сделать селфи в музее и выиграть приз. Итак, 11 июля на календаре. Забыл месяц. Лето, потому что, уважаемые телезрители, понедельник. Именно сегодня любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Про шоколад мы вообще очень много всегда говорим, и все его знаем, этот прекрасный продукт. Праздник этот был, между прочим, придуман и впервые проведен французами в 1995 году. В день шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно в такие дни посещать фабрики, заводы, ну или кондитерские, в которых производится непосредственно этот шоколад. Именно там всем желающим рассказывают, как делают шоколад, что из него вообще делают, какие-то проводят дегустации, конкурсы, выставки, конечно, шоколадных изделий, мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколатье, человека, который умеет готовить шоколад правильно. Ну, а что же касается истории этого лакомства, то есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. И именно они называли его пищей богов. Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство черным золотом и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничилось лишь аристократическими кругами, и лишь в начале 20 века с появлением промышленного производства шоколадом смогли наслаждаться практически все желающие. Ну, лакомство это замечательно, если можно позволить себе начать утро чашечкой ароматного эспрессо или кусочком горького шоколада, что считают ученые более полезно. Прямо сейчас приступайте к этому занятию. Как установлено в современной науке, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темный шоколад стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья, о которых мы тоже очень часто говорим, но которые прежде всего воздействуют на центры удовольствия, и человек чувствует себя более счастливым, позитивным, ну и дарит эту знаменитую улыбку, которую сегодня мы дарим всем вам и которую призываем сегодня. Более того, есть гипотеза, согласно которой шоколад обладает противораковым эффектом и способен замедлять процессы старения. Сейчас женщины должны открыть таки заветный шкафчик и достать шоколад. С удовольствием, да. Вот она причина, по которой... Давайте начнем сладкого утра. Но вот в чем ученые единодушны, так это в отрицательной способности шоколада снижать массу тела. Но все-таки калорийный это продукт, поэтому нужно держать себя в руках. Но с утра ведь можно немножечко. Чуть-чуть, правда? Для улыбки. С самого, да, утра это такие быстрые углеводы, которые пригодятся нам в течение дня в том числе, хотя более полезны медленные углеводы. Но возвращаясь к шоколаду, лакомство способно повысить настроение все-таки большинству населения Земли, в том числе и нам с вами сегодня в Бресте. Вопрос, повысит ли нам сегодня настроение погода и прогноз синоптиков, узнаем уже очень скоро. Партнер показа прогноза погоды – компания «Белтелеком». Смотреть телепередачи, пользоваться интернетом и звонить по телефону заметно выгоднее с использованием пакета «Ясно». Пакет «Ясно» – это три услуги с безлимитными телефонными звонками внутри сети «Белтелеком». Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 130 и, конечно, на сайте белтелеком.бай. Погода на телеканале.
утро, страна! Доброе утро, Брест! Подъем, страна! Хорошего настроения всем! Доброе утро, Брест! Доброе утро! Просыпайся, Брест! Доброе утро, Брест! Начинаем утро в компании только самых интересных и актуальных новостей. 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Этот международный праздник учредила Организация Объединенных Наций в 1989 году. В 21 веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального и потепления на Земле, причиной которой является общий рост населения и интенсивная человеческая деятельность, так называемое антропогенное воздействие. Последнее зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя прежде всего, к необратимым последствиям. Поэтому цель сегодняшнего дня – привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем. Ежегодно он посвящен определенной теме. Так, в разные годы девизом Дня народонаселения были слова «1 миллиард подростков», «Равенство придает силы», «Планируя семью, вы планируете ваше будущее», ну и другие. Центральная тема Всемирного дня народонаселения в текущем году звучит так – инвестирование в настоящее и будущее девочек-подростков. Что ж, любопытный праздник, не знаю, даже по названию можно заинтересоваться этим праздником. Но событие это не единственное, которое проходит в этот день. И сегодняшний день отмечен в истории другими событиями. Рубрика «Календарь» продолжит эту тему познакомиться. Прямо сейчас. «11 июля знаменовано следующими событиями. 1893 год. Японский продавец лапши с овощами, руководствуясь благими намерениями подарить возможность созерцать прекрасное каждому, даже бедному человеку, совершил настоящую революцию в ювелирной индустрии. Какучи Макимото впервые вырастил искусственную жемчужину. Сегодня в 123-й день рождения одна оригинальная жемчужина от уже бренда Микимото стоит свыше 100 тысяч. 1911 год. В нынешней Брестской области родился Иван Потапович, белорусский поэт, более известный как Янка Чабор. Все его стихи носили ярко выраженный нравственно-воспитательный характер. Сам поэт был активным участником национально-освободительной борьбы в Западной Беларуси. 95 лет назад, в 1921 году, в Минске состоялось торжественное заседание, посвященное открытию Белорусского государственного университета. Участники заседания Червяков, Кнорин и Печета направили приветственную телеграмму Ленину, а также Российской и Украинской академиям наук. Главный университет страны начал работу лишь 30 октября. В 1959 и 1965 годах в Минске были зарегистрированы абсолютные рекорды температуры, не побитые по сей день ни одним из последних жарких или прошлых холодных лет. В 1959 году в разгар лета столбик столичных термометров показал плюс 33, а спустя 6 лет, в 1965 году, всего плюс 5. 1974 год. В Китае на севере провинции Шэньси местные крестьяне наткнулись на обломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении. Находка привлекла внимание археологов, и здесь развернули масштабные археологические работы. Вскоре перед исследователями в полном боевом снаряжении предстала терракотовая армия, охранявшая гробницу легендарного императора Цинь Шинхуанди, который в свое время приказал возвести Великую Китайскую стену. Новый рабочий день. С вами встречает программа «Утренний эспрессо». Еще раз всем доброе утро. Кто только что к нам присоединился, кто с нами с самого начала, традиционно мы говорим большое спасибо, что вы просыпаетесь с нами. Нам это крайне важно. Мы работаем в прямом эфире телеканала «Беларусь 4 Брест», телефон студии 21-55-65. Ну и не случайно мы его напоминаем, конечно, потому что наконец-то добрались мы до нашего долгожданного розыгрыша. С самого утра разыгрываем приз для малышей, на кону сертификат на посещение детской игровой комнаты «Рио». Там вас ожидает самый большой батут в Бресте. Светящийся лабиринт с сухим бассейном и горками, различные игры, видеоигры на движение, настольный футбол, музыкальный уголок, аквагрим, ну и шоу аниматоров. Всего интересного ожидает, я традиционно заслушался этого. Ну, чтобы получить красочный сертификат на час замечательного времяпрепровождения, необходимо отгадать загадку.
Отгадывать мы сегодня будем фрукт, который растет в том числе и в нашем регионе, и уже радует своими вкусовыми качествами. Наверное, многие уже даже успели попробовать в этом году. Итак, что за фрукт? Читаю загадку. Что за фрукт поспел в садочке? Кость внутри, в веснушках щечки, прилетел к нему рой-ос, сладкий, мягкий. А что это за фрукт? Малышей мы хотели бы, конечно же, услышать сейчас с утра пораньше. Родители, помогайте своим деткам. Но если у них не получается или они стесняются, мы готовы услышать ответ и от вас. Номер студии 21-55-65. Спасибо, с утра тяжело вспоминать цифры. Время меняется, номер студии, поэтому мы забываем. Звоните, пожалуйста, отгадывайте, выигрывайте приз. А пока интересные факты, связанные непосредственно с этим самым фруктом, который мы сейчас и отгадываем. Историческая родина этого фрукта считается Китай. Но история его существования насчитывает около 6 тысяч лет. И только через 3 тысячи он появился в Европе. В южных странах. В плодах этого фрукта содержится очень большое количество витаминов, в том числе витамина С и А. Что самое главное. Да, если за день съедать порядка 200 граммов этих фруктов, то можно себя обеспечить суточной необходимой нормой организма для организма витамином А. Наличие данных витаминов делает фрукт очень полезным для зрения. Ну, а если кушать варенье из этого фрукта, то вообще получится классно, классно. Нам дозвонились. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Как вас зовут? Меня зовут Денис. Денис, доброе утро, Денис. Спасибо, что вы с нами в это утро. Почему решили нам позвонить? Случайно включил ваш канал. Для кого выигрываете сертификат? Для племянника. Сколько лет ему? 3. Самый замечательный возраст. Итак, что же за фрукты мы сегодня отгадываем? Я так думаю, это черника. Ну, не совсем. Черника все-таки ягода больше. И не косточковая совсем. Нету там... К сожалению, нет. Давайте мы еще раз прочитаем загадку, а вы попробуйте отгадать. За то, что уже дозвонились. Что за фрукт поспел в садочке? Кость внутри, веснушка, щечки. Прилетел к нему рой-ос, сладкий, ну, мягкий. Да, все уже, я понял, туда персик. А, нет, уважаемый, нет, к сожалению. К сожалению, смотрите еще раз наши... К сожалению, нет, здесь прямо даже в рифму такой просится этот. Так, значит, есть у кого-то еще возможность все-таки выиграть сертификат на посещение детской игровой комнаты «Рио». Еще раз читаю загадку. Не знаю даже, будем еще раз, да? Ну, давайте. Еще раз звонок есть, отлично, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Ольга. Очень приятно вас слышать, Ольга. Для кого выигрываете сертификат? Для племянницы. Как ее зовут? Вика. А возраст какой у Виктории? 8 лет. Ну, тоже замечательный возраст. Как раз можно веселиться в детской игровой комнате «Рио». Без батута. Итак, ну что же за фрукт все-таки? Абрикос. Ну, конечно, ура! Конечно. Мы вас поздравляем. Оставайтесь на связи. Смотрите программу «Утренний эспрессо». Выигрывайте подарки вместе с нами. Ну, а что, мы продолжаем, да, рассказывать интересную информацию? Про абрикосовое варенье. Нет, не вкусненько. Будем. Вкусненько. Слишком много калорий. Продолжаем напоминать, что утро должно быть позитивным. И именно таким мы его делаем. Далее нас ждет рубрика «Человечки», герои которой будут рассуждать над вопросом. Хотел бы ты стать продавцом игрушек? Посмотрим. Посмотрим, послушаем. Я бы хотела продавцом игрушек быть, потому что мне нравится играться игрушками. Вот целый день. И мне мама разрешает. Я хотела, потому что я люблю игрушки и продавать их. Там можно поиграть. Хотела, потому что там много игрушек. Хотел бы, потому что можно было давать бы просто без больным детям. Можно было давать просто, чтобы было весело. Я знаю, что ко мне будет очень много приходить людей, потому что дети любят игрушки, и они захотят игрушки. Зашел бы какой-нибудь мальчик с мамой в магазин, и
или девочка, или мальчик говорят, я хочу такую игрушку. А я говорю, маме, девочке или мальчик, купить ему уже игрушку, такую, какую он хочет. И мама ему купила игрушку. Я хочу работать в зубной врач. Я бы хотел, в доме игрушек быть. Потому что... очень нравятся игрушки. Не, не хочу, потому что я не хочу так. Да, я хочу радовать детей. Я хотел стать продавцом игрушек. Потому что я хочу продавать игрушки. Продолжаем говорить на детскую тему, и один из главных вопросов у родителей в разгар лета – как сделать отдых детей максимально полезным, насыщенным и незабываемым? Ну, конечно, один из вариантов – это замечательного летнего отдыха – это детский лагерь. Их сегодня существует огромное множество, есть из чего выбрать и в Брестской области. Ежегодно санаторно-курортное лечение и оздоровление детей осуществляется во многих детских реабилитационных центрах, оздоровительных центрах, а также в санаториях и других учреждениях. Постоянно ведется работа по снижению негативного влияния последствий и Чернобыльской катастрофы на здоровье детей и других последствий. И в этих лагерях создаются такие комплексные условия для того, чтобы проводить оздоровление именно от начала до конца, то есть в рамках всей общей программы, в которую включает и реабилитацию, и медицинские процедуры, ну и, конечно, разгрузку психологическую в виде игр. Вот как раз-таки о таких преимуществах такого отдыха наши корреспонденты расскажут в следующем материале. Смотрим. Светлое, красивое, гостеприимное. Так говорят о нашей стране дети из российской Тулы. Они приехали в детский оздоровительный лагерь «Светанок» в рамках программы оздоровления детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Мне очень понравилась Беларусь, я бы сюда еще раз хотела приехать. Мне тоже очень понравилось, потому что здесь очень красиво и очень интересно. Знакомство со сверстниками, совместные мероприятия, путешествия по Брещине. Программа пребывания в оздоровительном учреждении предусматривает комплекс самых разных мер для того, чтобы каждый отдыхающий захотел еще раз посетить Беларусь. Доброжелательность, улыбка на лице. Я не знаю, самые любезные такие отношения к нам, вы знаете, нам подняло самое хорошее настроение, и оно идет у нас до сих пор. Во-первых, нам очень повезло здесь погода, и из-за этого мы купались на озере, играли в волейбол, было очень много спортивных мероприятий на улице. Здесь очень хорошее лечение, все врачи очень добрые, а процедуры все очень интересные, мы получили полное оздоровление в этом санатории и хотим приехать еще. Мне тоже очень здесь нравится, хочется еще раз посетить его. Более 300 детей с территории пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС отдыхает сегодня в Светанке. Свыше 70 мальчиков и девочек вместе с педагогами приехали из российских Тулы и Брянска за счет средств союзного государства. Условия очень прекрасные и хорошие. Во-первых, работают много кружков по интересам. То есть нашим детям вообще здесь некогда скучать. Библиотеки, как говорится, игровые комнаты, кружки, клубы, спортивные состязания. Все в достаточном количестве. По программе союзного государства дети у нас отдыхают. Это уже третья группа. В позапрошлом году у нас была первая группа. Была из города Калуги, также из Брянской области. 451 тысяча путевок юным жителям чернобыльских регионов только за последние 5 лет выделено в Беларуси. Дети отдыхают не только в оздоровительных центрах и лагерях с круглосуточным пребыванием, но и с дневным. Так, только на летний период этого года на Пинщине планируется охватить оздоровительными мероприятиями около 1800 детей.
Хочется сказать, что на сегодняшний день наши дети оздоравливаются и в дальнем зарубежье, именно в составе организационных групп. На данный период 137 детей проходит оздоровление. Планируют оздоравливаться в дальнем зарубежье еще 37 детей. Спасибо, Светлана! Доброго утра и отличного настроения желает вам программа «Утренний эспрессо». Еще раз мы присоединяемся к вам, уважаемые телезрители. Кто-то уже, наверное, позавтракал, кто-то собирается, может быть, кто-то уже почти собрался на работу. Напоминаем о том, что мы работаем в прямом эфире. Программа «Утренний эспрессо». Делаем все для того, чтобы у вас было интересное утро и насыщенное информационное утро. У нас появился в студии первый гость. Будем говорить на серьезные темы. С утра пораньше, волнующие всех жителей региона, уверена. Сегодня у нас в гостях начальник управления ГАИ УВД Брестского облсполкома Сергей Толотай. Сергей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. И вам доброе утро. Рады видеть вас так рано у нас в студии. Взаимно. Стандартное для вас, наверное, время или все-таки не так рано вы просыпаетесь обычно? Да нет, ничего сложного. Наверное, просто путь такой в другую сторону. Так едешь обычно на восток, а так вам центр города. Интересно тоже с другой стороны посмотреть наш город утром в центре. Очень спокойный, наверное, тихий. Очень спокойный и тихий, особенно в понедельник. Это радует. Сергей Валерьевич, расскажите нам, пожалуйста, какова общая ситуация на дорогах области? Можно ли лето назвать спокойной порой для сотрудников ГАИ? Вы знаете, каждая пора года по-своему она тревожна для сотрудников ГАИ. Что касается лета, то, как правило, это достаточно спокойный период года. У нас солнышко встает рано, вот я к вам на утренний экспресс сегодня ехал, уже полный ясный день, и вечером солнышко садится достаточно поздно. Для нас это важно, потому что людей видно на дороге уже и с утра, и вечером нормально. И те обстоятельства, которые сегодня влияют на травматизм, они как бы уходят на второй план. Но обостряется в летний период элементарные факты хулиганства, бахвальства, ну, такого, знаете, может быть, не для утреннего экспресса эта тема, но наплевательского в отношении сегодня к жизни. Потому что вот сегодняшние сутки 3 дорожно-транспортных происшествия. В 2 из них присутствует алкоголь. В одном случае водитель, во втором случае пассажир, который на ходу просто выпал из автомобиля. Ну и третий, как всегда, летом это мотоцикл. У нас практически каждый день у нас мотоциклисты просто это проблема номер один на сегодняшний день. Поэтому, если говорить по июню месяцу, да, достаточно сложный был. И опять же, сложная тема для утра. Хочется улыбаться, говорить приятные вещи. Но, наверное, из моих уст сегодня вот о погибших утром говорить все-таки не буду. Но их было достаточно. И для нас отчасти вот в этом элементе погодно-климатические условия сыграли, ну, злую шутку. Вот мы все радовались теплу, солнышку, такая вот погода. Кстати, с сегодняшнего дня вот опять мы ожидаем значительное повышение температуры. Угу. Не есть хорошо. Это уж точно я говорю вам, потому что... Плохо себя чувствуют водители или наоборот начинают гонять, потому что... что солнце. А вы понимаете, ну что такое солнце вот для вас? Это отдых, это где-то пляж, это где-то и так далее, для одной половины. Для второй половины это, конечно же, ну, испытание для организма, потому что тяжело, кондиционеры не у всех есть, где-то длительное перемещение, мы всем говорим, если уж надо, ну так давайте с элементарными такими, знаете, чувствами безопасности вот это делать. Люди, которые имеют определенные проблемы со здоровьем, иногда, к сожалению, делают неверные шаги вот в эти жаркие, утомительные, душные такие периоды года. И это было и в июне месяце. Вы помните страшные аварии, которые происходили у нас на территории области. И вот в нескольких случаях, опять же, пока назначено судебно-медицинское исследование, но мы уже уверенно говорим, в одном случае это сердце, в другом случае это давление. Поэтому это надо тоже все понимать и принимать. Мелочей не бывает. То есть, когда такая сильная жара, все-таки стоит воздержаться вообще от управления транспортными средствами? Вы знаете, наверное, сейчас это невозможно сделать. Потому что автомобиль – это как вот утренний экспресс. Без него уже сегодня никак. Поэтому уж если надо, надо просто чувствовать свой организм и прислушиваться к тем посылам, которые сегодня организм нам подает. Когда тяжело, когда идет серьезное потоотделение, как говорится, ну тут надо уж проще попросить кого-то или отказаться. Может быть, общественный транспорт. Ну, разные варианты. Только не сам за руль. Потому что отвлечение внимания на секунды, на доли секунды, они чреваты. Об этом говорят сегодня, и вот, как я уже сказал, наша плачебная статистика. Вот вы вот обозначили 3 направления, так понимаю, проблемных. Это сами автомобили, для лета. Да, мотоциклы, которые появляются, ну и пешеходы, наверное, которые вот в комплексе получается вот эта вся... Вот про пешеходы есть у меня главный вопрос, наверное.
Замечательно сейчас, ну, помимо разметки, помимо новых вот направлений, которые вы используете, очень усовершенствовалось автомобильное движение. Все-таки пешеходы отстают по дисциплине, мне кажется. Да, стала есть ситуация, при которой вот выходим на проезжую часть, да, имеет право пешеход это делать, но вот как приучить немножко и со стороны пешехода больше? Не критикуя пешеходов ни в коем случае, но вот чтобы был баланс. Вы, наверное, задаете сегодня самый сложный вопрос. Да. Ну вот он такой. Вот это так. Но насущный. Мой ответ, он не витиеватый. Он, поверьте, он достаточно конкретен для меня. И он достаточно сложен по пути, который необходимо пройти. Это гармоничное сочетание мер убеждения и принуждения к исполнению законодательства. А в комплексе это все потом сформирует правовую культуру. В голове, в вот человеке, в своих поведениях. Без этого никак. Если он культурный за столом сегодня утром с чашечкой утреннего экспресса, с прекрасными ведущими, то он будет культурный и на дороге, и в общении между им и автомобилистом, велосипедистом. Сегодня очень много злобы и агрессии. Мы, вот это основная наша задача, это преодолеть вот эти элементы хулиганства, агрессивности. Каким образом? Я уже сказал. С одной стороны, мы заметили, убираем пешеходный переход. Ведь сегодня можно пешеходу преодолевать проезжую часть в том или ином месте. Практически сегодня в городе Бресте, это улица Московская, там пару бульваров, скажем так, где нельзя. А так везде можно. Но пешеход там не пользуется преимуществом. Ты должен вертеть головой. Что такое пешеходный переход? Мы просто в этом месте отдаем приоритет пешеходу. К чему это приводит? Чувство самосохранения. Перестаем вертеть головой, смотреть, выходим. И вот начинается конфликт. Утром родители спешат детей в школу, в детский сад. Там, ну, сейчас период такой каникулярный, скажем так. Этого меньше передвижений в городе. Это тоже, кстати, плюс. Летом в городе меньше перемещений автомобилей и транспорта. Но это сразу что? Поднимает скорость. Поднимает скорость, рассеивает внимание. Это жара, пешеход без культуры. Вот и гремучая смесь, которая играет. Мне кажется, что как-то водители уже у нас выучены и приучены к тому моменту, что пешеходы, у них приоритет у пешеходов, да? Ну. А я, как водитель, очень часто замечаю одну вещь. Человек вступает на проезжую часть, да, даже не глядя в даже сторону автомобиля. Даже если перед этим 20 человек прошло, уже стоят очень много времени. Ну, дай возможность хотя бы трем машинам проехать. Нет, какая все равно ответственность вот сегодня за поведение, плохое поведение пешеходов? Если это ответственность, есть ли она вообще? Нет, она, конечно же, есть. Утром не хотелось бы говорить об ответственности, потому что всегда это как-то позиционируется в госавтоинспекции. Инспекция кровожадная, там, тра-та-та. Нет, не в этом дело. Дело даже не в ответственности. Ответственность в жизни и здоровье. Вот это надо понимать. Да, вы правильно сказали. У нас есть много проблемных мест, где действительно элементарное чувство, ну, культуры и взаимопонимание к другому участнику дорожного движения сыграло бы и сэкономило бы даже деньги. Ну, улица Ленина, центральная площадь, пешеходный переход. Идут да, нескончаемым потоком пешеходы, и там же нескончаемым потоками движется река автомобилей. И вот этот конфликт возникает. Да, есть такие моменты, ну, скажем так, в определенных странах, где есть такое понятие пачка, где пешеходы собираются в пачки, то есть в группы, скажем так, и переходят проезжую часть только лишь не тогда, когда ты один, а подождал, отошел 2-3 метра, 3-4 человека. Если, 20 да, секунд. Если это не критично, я еще раз говорю, если ты не спешишь на пожар или еще куда-то. Перешли, окей, все нормально. У нас сегодня этого нет. И каждый старается проскочить, каждый старается выскочить. И, ну, скажем так, бахвалится своим приоритетом, преимуществом. Вот видишь, какой я? Я вот буду идти вот специально. Еще с телефоном, замедляя шаг. Мы все это понимаем. Это вызывает, опять же, вот эти агрессии и нервы, что категорично сегодня в нашем деле. И это самая главная задача – успокоить. Успокоить трафик, успокоить поведение. Как это сделать? Я сказал. Убеждение, принуждение, инженерные решения, тех, о которых вы сегодня говорили. Путь у нас нелегкий, но мы не в начале его. Скажите, какие еще самые актуальные проблемы для лета? Мы уже обозначили мотоциклистов, которые скорость. Именно летом. Скорость. Скорость, да, конечно, главное. Это скорость, потому что, ну, период отпусков. Вот посмотрите, сколько сегодня у нас транзита идет. Мы эти периоды четко, эти синусоиды отмечаем и стараемся реагировать. К сожалению, не очень, ну, такими популярными мерами. Мы увеличиваем количество патрулей, скрытые наблюдения используем. Опять же, для того, чтобы привить человеку вот это понимание, что за ним следят. Что это первый мотиватор такой, который сегодня заставляет изменить поведение. Кто-то называет страхом, кто-то чувством ответственности. Но его надо создать. Иначе вот мы просто спустимся в либерологию сегодня, в какие-то пустые разговоры, и начнем еще больше, ну, терять людей. Этого делать нельзя. Сегодня люди едут на отдых с семьями. Где-то кому-то, кто-то возвращается, что немаловажно. И имея определенный багаж усталости, имея определенные, скажем так, ну, негативные последствия
того отдыха сегодня не доезжают, как правило. А это как вот, это реально, это как закономерность. Не доезжают километр, полтора километра или 10 километров до дома. И совершается, ну, чудовищное сегодня происшествие. Поэтому и здесь вроде как надо каждого удержать за руку. У нас каждое утро, кстати. Вот просто никто не смотрит утренний экспресс, наверное, из тех, кто в автомобиле движется. А только дома сейчас собирается. Мы вот прошлую неделю, у нас пошел... Ну, если так можно сказать, поток наших братьев, россиян обратно возвращается за границей. Березовский район и Вацевичский район. Километры засыпания, 160 километров. Тянут всю ночь. Где-то на пограничном переходе отстояли, где-то кто-то дреманул, поехали дальше. Начинается на 160-140 километр, мы называем километры засыпания. Засыпает. Попутные столкновения, перевертыши. Вот за прошлую неделю только 3 автомобиля вот с российской регистрацией, ну, скажем так, вот стали участниками, ну, серьезных происшествий. Такие места как-то же вы обозначаете, какие опасный участок дороги и все остальное. Информативность надо повысить. То есть у человека есть глазное дно, яблоко. И чем меньше информации поступает в единицу времени в него, тем, ну, скажем так, меньше раздражается кора головного мозга, поступает в него. Надо поступить, да, он начинает засыпать. Что надо делать? Банально, с одной стороны, с другой стороны, сейчас вот, наверное, кто утром смотрит, сразу что-то начальник ГАИ говорит, надо скорость поднимать. Надо до определенных пределов поднимать скорость. Но, опять же, нужны инженерные решения. Mm-hmm. Надо быть, чтобы был отбойник, чтобы там никакое дикое животное не выскочило. И можно поднимать скорость. Тем выше скорость, поток информации выше, и, соответственно, вот этот период засыпания, он немножко оттягивается. А потом должны быть площадки. То есть Баранович где-то под Минском, должна быть стационарная площадка, где человек может остановиться, выпить опять же чашечку кофе, умыться, поприседать, и еще в добрый путь он будет безопасно двигаться. А именно вот в этом, на этих участках у нас сегодня, ну, как правило, такое монотонное движение, прямолинейное, не кривообразное, прямолинейное движение. Лесные массивы, где... Ну, качественная дорога, она успокаивает, убаюкивает сегодня. Поднимается солнышко, оно сегодня как раз в глазки-то поднимается, когда идем в том направлении, с востока. И все это играет, поверьте, мелочей здесь нет, это все надо четко знать и осознавать. Сергей Валерьевич, еще одну проблему обозначили непосредственно жители Бреста. Наши корреспонденты вышли на улицы и поговорили о одной из самых волнующих, скажем так, проблемах. Это неправильных парковках. Давайте посмотрим блиц, что считают люди, и обсудим этот момент. Смотрим. Автомобили на тротуарах, газонах и детских площадках. Владельцы транспортных средств все чаще закрывают глаза на правила дорожного движения и паркуются где душе угодно. Можно ли найти управу на нарушителей и почему многие автолюбители совершают такие ошибки, попробуем разобраться. У нас много машин, а мало мест парковочных, так что я думаю, надо как-то расширять их. Ну подожди, нет, людей надо сначала, я думаю, предупреждать. Там первое предупредительное, второе предупредительное. У нас и так большие штрафы. А там клеят какие-то наклеечки на лобовое стекло. Надо в первую очередь, чтобы было парковочных мест достаточно, девушка. В первую очередь. А потом уже браться за парковку. Для того, чтобы людям не создавать проблем, вот, как в данной ситуации. Видите, я сижу в машине, что если кто-то будет отъезжать, я просто отъеду. А так, конечно, надо, чтобы культура была водителя, естественно. Я думаю, жесткие штрафы должны быть, эвакуация и... как-то действовать на сознание людей, чтобы все-таки они сами понимали. Нужно изнутри проблему решать. Можно попробовать собирать людей подписи и отправить в администрацию, не знаю, там, ту же самую, до президента, отправить ее, чтобы она дошла. Возможно, это как-то повлияет и в будущем. Это, ну, начнут строить больше парковок. Вы подошли, потому что я неправильно стою. Иногда приходится нарушать, когда жду клиентов. А так стараюсь не нарушать, конечно, я дисциплинированный водитель. Штрафы, снимать видео, отправлять в ГАИ. Так и делают, так и с нами борются. Я думаю, что это эффективно. Вот 1000 раз задумаешься, с нами так боролись. Сейчас ищем правильные места для парковки. Как мы видим, в областном центре немало и сознательных водителей, которые соблюдают правила дорожного движения и не забывают о таком понятии, как культура на дороге. Давайте уважать себя и окружающих. Хорошего дня! Ну,
проблема есть, люди это отмечают, предлагают свои варианты решения. Как вы считаете, насколько эта проблема остро стоит в нашем регионе? На сегодняшний день вот наш Брестский регион, он один из самых автомобилизированных регионов в республике. Мы практически вровень идем с гродненцами, они тоже наши соседи. 750 тысяч единиц автомототехники в регионе сейчас находится на регистрационном учете. Почти миллион, вы понимаете. Мы на уровне Бельгии находимся сегодня по уровню автомобилизации. Я к чему все это говорю? Плюс добавляем достаточно интенсивный транзитный поток. Синусоида идет вверх по автомобилизации. Всем выделить сегодня парковочное место, я внимательно слушал сегодня вот экспресс-опрос наших и водителей, я так понимаю, это водители в основном были, мы не решим эту проблему. Сегодня нет просто столько места, свободного места, даже если мы уберем сегодня все детские площадки, игровые площадки, если мы уберем на сегодняшний день все, ну, другие места, которые необходимы людям. Просто уберем. Зеленые зоны. Совершенно верно. Я просто их не перечисляю. Вот все заасфальтируем, мы не решим проблему. Может сложиться впечатление, что, ну, как бы я развожу руками и говорю, нет, она не решаема. Нет, решаема. Сегодня мы проехали, изучая и эту проблематику, хотя она меньше влияет на аварийность. Вы понимаете, да? То есть есть комфортность, есть безопасность. Вот сейчас мы говорим о комфортности. Первую часть выхода мы говорили о безопасности, а вот сейчас именно о комфортности. Так вот, проехал практически, ну, всю Европу, весь европейский регион, мы отмечаем, что вот, ну, нет такого места на земле, где бы вот этого всего хватало вдоволь. Это так. Как люди решают проблему? Первое. Ну, тот гражданин, который сегодня транзитом приехал к нам, он не должен ехать в город, ну, хотя бы в центральную часть города. Есть такое понятие перехватывающей парковки, которое обустраивается на подходе к городу, и оттуда... Дальше сразу вторая тема, как решается вот эта тема, это должен быть организован, очень хорошо организован трафик общественного транспорта. Общественному транспорту должна быть выделена отдельная полоса и отданы все приоритеты, какие могут быть. Когда вот эта перенастройка происходит, определенный период времени, ну скажем так, назовем его условно год или полгода, мы ощущаем определенные трудности. Ну как это так? Раньше ездил было две полосы, скажем так, возьмем московскую. А тут она будет одна полоса выделена, и получается только одна полоса для транспорта. Она же вроде свободная часто. Да, как бы всегда. И не понимаем, почему мы на светофорном объекте иногда будем ехать и стоим больше, чем надо, потому что мимо идут автобусы, они идут просто без остановки сегодня. Но когда поняв вот это потом, люди пересядут на экологически более чистые электромобили, троллейбусы. Потом, когда мы пересядем на автобусы, ведь сегодня перевести 100 человек каждый на автомобиле, это 100 автомобилей, и можно сесть в один автобус и проехать. Это же комфортно достаточно. И, совершенно верно, и быстрее. Да. Вот решение этой проблемы. Знаете, что необходимо? Воля. Нужна воля и решение. Мы знаем, как это сделать. Мы знаем. Да, еще раз говорю, какой-то болезненный период будет. Сегодня резать газоны не надо. Сегодня, вот мне говорят, как решить проблему парковок в Бресте возле рынка нашего колхозного в центре города. Очень просто. Паркоматы установить, паркоматы, ну и другие элементы, когда будет взиматься плата за постановку транспорта. Для чего это сделается? Посмотрите на железнодорожный вокзал сегодня вот, в Бресте. Вот, только что это, да, да. Вы знаете, пустая парковка. Хотя и по деньгам 3 тысячи, по-моему, если я не ошибаюсь, да, там 10 минут, по-моему. То есть полчаса. Может быть, надо сделать, мы говорим, полчаса хотя бы бесплатно, чтобы человек мог высадить, посадить и увезти как бы человека. А остальные там идет с нарастающим. Вот в Минске на железнодорожном вокзале там 10 тысяч час идет. Вот. И с удовольствием, многоуровневая парковка, с удовольствием люди ею пользуются. Это адекватная цена. 10. Адекватная. Ну, на сегодняшний день. Цена адекватная для тех, кто не приезжает. Не приезжает и не ставит машину на целый день, а потом заберу, потому что я решаю все свои вопросы. Вот тогда человек бы задумался, так, я сейчас 8 часов буду решать, сколько я за это заплачу, и тогда бы он подумал, куда поставить свою машину. Совершенно верно, потому что возле рынка сегодня это автомобили тех людей, которые торгуют на рынке. Да. А человеку, который приехал что-то купить, ему просто негде поставить. И он начинает нервничать. Если это сопряжено, вот как сегодня, такой бурный век, он такой очень стремительный, что-то где-то опаздывает, конечно, где-то и начинает бросать. Потому что система, как бы кому это ни нравилось, принуждение к исполнению законодательства, она, ну, еще не совсем совершенна и не так заточена. Мы говорили сегодня, что вот вряд ли бы он
оправдал вот свои действия, поехав там и возле Эйфелевой башни, в Париже том же где-то оставил бы автомобиль или где-то, ну, другое место знаковое, там, скажем так, у наших соседей. Просто забрали бы сразу, и никто не спрашивал бы, почему, и громадный штраф, и тяготы, и так далее. Поэтому люди с годами привыкают, что этого делать нельзя не под страхом, а вырабатывается культура, что если знак 3.27 стоит, остановка, стоянка запрещена, то это не просто его сюда так просто поставили, а это просто незыблемо, и его надо исполнять сегодня. Но тут же еще раз говорю, с развитием вот этих системы оплаты мы решим много вопросов сегодня. И с развитием параллельно вот приоритета движения общественного транспорта. Ни одна система, скажем так, вот принуждение, убеждение. Если хоть одна какая-то из составляющих мы передавливаем, это либо спускается вот в пустые разговоры, либо совсем уже ненужный жесткий диктат, скажем так. Поэтому мы комплексно подходим, понимание этих проблем есть и у городской исполнительной власти, и в областной исполнительной власти. Особенности на городе Бресте будут пилотные проекты сегодня откатываться, скажем так, несколько пилотных проектов. Мы приступаем к их реализации, ну, по осени, может быть, где-то с весны следующего года. Есть законодательные инициативы, которые сегодня формируются в определенные законы. Они скоро, я анонсирую так, не углубляясь в подробности. Будет много нового и будет много интересного. Упорядочим это дело. Поверьте, мы его упорядочим. Ну, в завершении нашего разговора постоянно ГАИ проводит различные акции. Комплексный один такой подход. Один из элементов нашей работы. Какие-то ожидают нас? Ну, сейчас детки, вы понимаете, очень важно у нас, конечно же, любая жизнь человеческая и перед Господом Богом и перед родителями важна, но дети для нас это приоритет. Вот на выходные дни был травмирован ребенок в Пинске мотоциклистом. Банальная ситуация, с одной стороны мотоциклистом летел, скажем так, с другой стороны мама где-то за руку вырвался, ребенок побежал, и вот произошло, ну сейчас тяжелую травму получил ребенок, на излечении находится. Много детей у нас в деревнях у бабушек, много деток у нас в лагерях сегодня. Мы свою работу, что касается акций, сейчас будем уделять вот именно с этим контентом наших участников дорожной жизни, самых дорогих для нас. Конечно же, это будут и акции познавательные, познавательного плана, развлекательного плана. Как удастся, но мы помощи просим и у вас тоже, уважаемые коллеги. Если вы нам поможете, мы будем благодарны. Мы будем все для этого делать. Спасибо. Спасибо вам огромное за то, что это утро информативное, информационное вы провели вместе с нами. Надеемся, что с всеобщими усилиями ситуация будет меняться только в лучшую сторону. Вам терпения, креативных идей. Спасибо. Вот, и спасибо за разметку. Спасибо за кофе. А я напомню, у нас в гостях был начальник управления ГАИ УВД Брестского облсполкома Сергей Толотай. Далее продолжаем говорить на автомобильную тему. Участники международного ралли «Пекин-Париж» впервые проехали через Брест. И об этом в материале наших корреспондентов. Доброе утро. Сегодня уже практически никого не удивишь новым Мерседесом или Бентли. Ведь практически у каждого третьего брещанина есть собственное авто. Но участники международного ретро-ралли «Пекин-Париж» смогли удивить город над Бугом. Их железным коням более 30 лет, а стоимость каждого в разы преувеличивает новенькие авто из сервиса. Соревнование мирового уровня не обошло и Брест. Автомобилисты выехали из Пекина и направляются в Париж. Им предстоит пройти дистанцию в 13 695 километров за 35 дней. С отправной точки выехало 105 экипажей. Но до Бреста добрались не все. Брещане увидели только 94 автомобиля. Это вся планета от Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ливана, вся Европа, Соединенные Штаты Америки. Ну, абсолютно все. Разнообразные машины от тех, которые мы еще можем вспомнить по памяти, очень таких, скажем, 80-70-х годов, до абсолютно раритетных, которые только на картинках в лучшем случае видели. В гонке участвуют автомобили разных возрастных групп. Самое старое авто – American La France 1915 года, а самый молодой – Mercedes 1977. И хотя в гонке и участвуют достаточно старые экземпляры, она проводится по всем правилам – с контролем времени, ночевкой в гостиницах и бешеной скоростью. Первое соревнование состоялось в 1907 году, второе – через 90 лет, а третье – в 2007. Сейчас мероприятие традиционно проводится раз в три года.
года. Среди желающих принять участие уже задолго собирается очередь, но гонка рассчитана только на 120 экипажей. Это настоящее приключение, очень тяжелое приключение. Но если мы думаем, что это было трудно для нас, насколько трудно это было в 1907 году? Если с собой не было ни карт, ни топлива, ни денег, не было системы GPS. Нам очень нравится в Беларуси, и мы благодарны вам за такой прием. Спасибо. Гонщики приехали в Брестскую крепость, чтобы зафиксировать время прибытия. Их встретили сотни брещан. У каждого была возможность пообщаться с участниками, сфотографироваться у машин, а некоторым посчастливилось даже посидеть в раритетном автомобиле. Иностранцев много, есть с кем пообщаться. Ну вот с ним даже пообщались так немножко, рассказал нам про машину. Как да, вот как раз хозяин этой машины. Да, вот. Средний возраст участников 55-60 лет. В составе экипажей семейные пары, друзья. Есть и руководители крупных компаний, и владельцы фирм. Кто же придет первым, узнаем уже скоро. А пока все автомобилисты отправились в Польшу. Добралась до нас жара очередной раз. С одной стороны, хорошо, можно посетить пляж, а с другой стороны, как вот мы обсуждали с гостем, это такая повышенная опасность. Нужно быть очень внимательными, потому что, насколько я слышала, уже оранжевый уровень опасности на сегодняшний день передавали. Более 30 градусов может быть погода, если все пойдет так, как прогнозируют синоптики. Поэтому все-таки стоит беречь себя, своих детей. Уже говорили мы неоднократно и с нашими гостями, не только сегодня, о том, как себя правильно вести в жаркую погоду, что не стоит все-таки находиться долго на солнце, не стоит загорать. Избегать личного транспорта где-то. Днем, конечно, никуда-то не ехать, если есть такая возможность. Больше питьевой воды, тенек. Обязательно, да. И, ну, все-таки как-то относиться более бдительно, что ли, к собственному здоровью. Да, если прогнозы подтвердятся, такая погода планируется до четверга. В четверг, если к нам придет этот циклон, принесет очень пасмурную, прохладную будет еще погоду. Хуже, пока, потому что перепад. Пока наверняка мы этого не знаем, но в ближайшие дни свыше 30 градусов. Я думаю, что сейчас будет как раз-таки очень тяжелая неделя для людей, которые являются метеозависимыми, потому что первая половина недели прогнозируется синоптиками большая жара, к концу недели чуть ли не 15 градусов перепад, поэтому нужно быть к этому морально готовыми. Но это не значит, что нужно унывать, нужно, наоборот, да, улыбаться. Хорошее настроение продолжается. Да, продолжается, потому что у нас сегодня только самая актуальная информация из жизни региона, самые интересные новости и, кстати, о новостях. Брест украсила кобринская палитра. Художественный проект под таким названием представлен в выставочном зале областного общественно-культурного центра. Выставка знакомит с творчеством объединения кобринских художников-любителей. Девайтесь. В экспозиции 85 работ, почти двух десятков авторов. Все работы выполнены в разных жанрах, манере и технике. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Каждый художник показал собственный индивидуальный стиль, почерк, харизму, настроение. Все очень интересно. Ну, как вы понимаете, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И наш следующий сюжет поможет это сделать прямо сейчас, так что смотрим. Для Алексея Яроха искусство – это в первую очередь бокс. Искусство достойно держаться на ринге и побеждать. Работает тренером. До этого 24 календаря был военным. Кто бы мог подумать, но в свободное время мужчина берет в руки кисточку, краски и уподобляется Клоду Мане. Писать картины начал поздно, в 45 лет, но уже 4 персональные выставки сделал. Поэтому уверен, от судьбы не уйти, как и от самого себя. Именно в Бресте такая выставка для меня впервые. В основном я выставлялся в городе Кобрине. Там и персональные выставки акварели мои были.
Под звуки блюза в главном салоне красоты Бреста в выставочном зале открылась выставка с запахом лип, солнца и раскаленного асфальта «Кобринская палитра». В экспозиции более 80 работ, объединенных темой Полесья. В основном живопись, но в общем работы выполнены в разнообразных техниках, чтобы как можно лучше подчеркнуть красоту родного края. С собой художники привезли исключительно свежее, новое, лучшее. Настолько свежее, что на некоторых картинах признаются, краски досыхали по дороге в Брест. Сейчас вы еще и разнообразили, более так профессионально подали, чтобы была и скульптура. Вот в частности, у нас и Чеквин, и Абрамов работает как скульптор. Сейчас Абрамов работает над памятником в городе Коврине. Вот. И графика также. На выставке работы 20 кобринских художников, членов творческого объединения «Девайтис». От профессионалов, членов Союза художников, до начинающих художников, учащихся Кобринского училища и простых горожан. Это не брестские художники. То есть это еще мельче, еще меньше город, небольшой город Кобрин. Да, и то, что там бурлит вот эта культурная художественная жизнь, это уже просто любопытно, что ж там такое. А там будто своя художественная школа сложилась, и вот уже более 30 лет готовит достаточно амбициозные кадры. Речь о Кобринском художественном колледже. Если ты творчеством занимаешься, то нельзя закрываться от мира. Надо, наоборот, идти навстречу миру и себя показывать. Мне, если честно, очень радостно за наш маленький городок Кобрин, что настолько художников. Их не просто много, они еще и хорошие художники, они еще и активные. И они еще все очень дружат между собой. Так, конечно, и должно быть, но так бывает очень редко. Посетители отметили, на выставке есть картины, к которым хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы насладиться ими. Главное – успеть, а время еще есть. Кобринская палитра будет работать до воскресенья. Добрая раница, Беларусь! Привет, Брест! Доброе утро, Брест! Бонжорно! Бонжорно! Брестская область, просыпаемся! Доброе утро, Брест! Ура! Доброе утро! Good morning! Доброе утро, Брест! Доброе утро, Брестская область. Говорим мы вам каждый будний день. Программа «Утренний эспрессо» работает в прямом эфире телеканала «Беларусь-4 Брест». Просыпаемся, поднимаем настроение друг другу и вам, уважаемые телезрители. Мы узнаем только самую актуальную информацию в придачу к хорошему настроению жизни региона Брестской области и города Бреста. Ну и очередная интересная информация о Брестском областном краеведческом музее. Да-да. Объявлен конкурс, связан этот конкурс селфи. Посетители предложили сделать селфи в музее и выиграть приз. Ну что интересно за приз разыгрывается? И главное, что очень интересный подход, потому что совершенно новое направление, ну, новое и очень, скажем так, используемое, часто современно используемое в социальных сетях, сейчас пришло к нам в музей. За селфи в любом из музеев, которые относятся к, как правильно называется, отделение, да, Брестского областного филиала, да. За селфи в филиале в любом филиале вы можете получить приз. А что для этого нужно сделать? Ну, прежде всего, нужно посетить какой-то из филиалов, выбрать какое-нибудь интересное место, может быть, уникальный экспонат или необычное место в музее, в любом, это может делать быть и краеведческий, и Бересте, да, и сфотографироваться, может быть, на фоне этого экспоната или рядом, или придумать какой-нибудь креатив. Ну, все снимки рассматриваются специальным жюри, снимки будут выложены в интернете, и можно будет голосовать за них. И до 31 августа, если не ошибаюсь. Если акция не будет продлена, потому что пользуются спросом, как оказалось, такие современные технологии и, скажем так, такие креативные мысли, инновации привлекают посетителей. Поэтому в любом случае времени еще вполне достаточно. Совместите приятное с полезным. Два в одном. Все-таки исторический пласт и современные технологии. Есть возможность выиграть достойный приз. И во всяком случае просто принять участие в интересном движении. Так что подключайтесь. Селфи-музей у нас в области сейчас действует такая акция. Продам дачный участок в садовом товариществе «Пролеска» Жабинковского района. Площадь 5 соток. В частной собственности. Свет, водопровод.
18 километров от Бреста, 8 километров от Жабинки. Цена 2850 белорусских рублей. Телефон МТС 375-29-721-90-25. Продам деревянный дом в центре Иваново. Телефон 8-0162-55-44-71 и 8-0229-224-37-04. Внимание! Лукше Веронике Валерьевне срочно нужна операция по пересадке костного мозга за пределами Республики Беларусь. Диагноз – остромиелоидная лейкемия. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-029-645-10-28. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия, позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов или руководству городского районного исполнительного комитета. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям предупреждает. Граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не курите в постели. При возникновении пожара звоните в службу спасения по телефону 101. Берегите себя и своих близких. Беларусь 4, Брест. Телефон рекламной службы 8-0162-20-35-45. Мы снова в студии программы «Утренний эспрессо». Прогоняем утреннюю дрему вместе. Не забывайте улыбаться, ведь улыбка помогает избавиться от усталости и перегруженности. Так что берите совет на вооружение. Кстати, он не единственный. Прямо сейчас поговорим о прекрасном. О чем же еще можно говорить с архитектором, руководителем студии дизайна? Знакомьтесь, Александра Литвинская сегодня у нас в гостях. Главная тема – всевозможные новинки, которые можно и нужно внедрять в дизайне интерьера. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы с нами сегодня. Да, тема действительно актуальна, очень интересная. И уверен, огромное количество телезрителей интересуется этим вопросом. О самых главных трендах, каких мы можем сейчас поговорить, самое главное направление вот в дизайне интерьера. Ну, давайте поговорим, например, о стилистической направленности. Да? То есть сейчас, скажем так, если говорить о новинке дизайна, то что пиковое в данном году – это стиль, который затрагивает не только дизайн, но и все остальные области искусства. Например, вот в фэшн-индустрии. Да? То есть наверняка вы видели, что в моде сейчас идет такое направление, он называется стиль боха. Но мы так между собой его еще называем стиль цыганщина. То есть это стиль, когда есть сочетание, можно сказать, даже несочетаемое. То есть это обилие различных фактур, это обилие цветов, даже, может быть, аляпистых цветов, да, различие материалов, то есть это сочетание, например, кружев, да, вместе с какой-нибудь брутальной кожей. Вот то есть такая композиция является, вот этот, является таким вот стилем боха, который сейчас очень актуален в Европе. Мы, как жители, соседствующие с Европой, к счастью, на мой взгляд, начали уже больше обращать внимание на хороший европейский дизайн, поэтому все тенденции новинки европейского дизайна мы очень хорошо впитываем в себя. Поэтому стиль боха или цыганщина, он сейчас очень господствующий и очень такой доминантный. И очень актуальны в наших интерьерах, может быть. Вот. Но стоит сказать для тех, кто собирается реализовывать свой интерьер самостоятельно, то, что данный стиль вот именно из-за наличия таких вот спорных решений может оказаться не совсем удачным именно для вас. Да? То есть нужно обязательно посоветоваться с профессионалом, потому что именно данный стиль является как бы такой тонкой гранью между безвкусицей и высоким стилем. Сложное сочетание. Да, наверное, да. Поэтому нужно идти четко по данной грани, не переходя в какой-то там кич или безвкусицу. Вот такая вот цветовая гамма в этом направлении тоже очень разнообразная, да? Да, здесь приветствуются такие как натуральные цвета, так и яркие такие сочные акценты. Но очень много информации я почерпнула из глобальной паутины, конечно, пишет о том, что еще одним трендом является минимализм, да, который уже не первый год
приветствуются? Ну, минимализм – это, скажем так, такое общее угу. название, да, то есть оно связано как бы с небольшим наличием каких-то там деталей, каких-то декоров и прочее. Современным, скажем так, ответвлением минимализма является скандинавский стиль. Ну, часто его еще называют стиль Икея, да, то есть это такое как бы шведское звучание минимализма, когда у нас есть белый и господствующий фон, и на нем какие-то аскетичные, простые детали, которые отличаются именно функциональностью, нежели какой-то там эстетической составляющей. Поэтому mm-hmm. вот в данном случае скандинавский стиль, как ответвление минимализма, на сегодняшний момент является наиболее актуальным. Что касается как раз-таки функциональности, какое внимание уделяется дизайнерами этим вопросам? То есть вещь обязательно должна быть функциональной в интерьере или все-таки красота присутствует? Знаете, вечный спор, да? Я как архитектор, да, и практикующий архитектор могу сказать словами теоретика Вертрувия, когда он говорил об архитектуре, что архитектура – это польза, прочность, красота. Но если говорить о дизайне, то есть перефразировав его слова, я лично могу сказать о дизайне то, что я считаю, что дизайн – это все-таки красота, польза, прочность. То есть эстетическая составляющая в дизайне, я считаю, выдвигается на первое место, нежели остальные другие варианты. Еще одно из направлений, которое я опять-таки прочитала и как тренд именно 2016 года, это яркие обои на потолке, прям вот очень яркие. Не обязательно обои, да, то есть угу. тренд, он как бы более всеобъемлющий. Вообще, на самом деле, тренд 2016 года – это акцентный потолок. Он может быть не только оклеен обоями, он может быть выкрашен в любые совершенно цвета, да. То есть, ну, я думаю, что если вы пройдетесь по каким-то знаковым знаковым кафе там, или рестораном Бреста, вы глянете на потолок, и я думаю, что в 90% случаев он будет несколько не похож на тот, который мы привыкли видеть. Да? Не белый. Да, не белый. То есть это могут быть какая-то покраска, могут быть даже там металл, например, да, то есть деревянные какие-то рейки и так далее. Но здесь тоже такая же как бы особенность, это именно наше визуальное восприятие. Любой акцентный цвет или любые мелочные детали, они всегда приближают к нам предмет. В квартире это достаточно сложно. Да, поэтому если у вас квартира с, ну, как бы со стандартной высотой потолка, там где-то там порядка 2 метра 60 сантиметров, то стоит очень аккуратно экспериментировать в данной области, потому что визуально все-таки это сократит высоту. То есть будет казаться, что еще ниже и как-то мало места, и мало меньше. Пространства и воздуха, да? Да, да, да. Ну, тем не менее, тренд, он и есть тренд, чтобы быть как бы спорным. Ну, а что касается решения для таких квартир стандартных, все-таки, как есть вот какая-то золотая середина? Вроде бы как бы и увеличивать пространство, и в то же время вкладываться в эти можно вот можно вот потолком новые. Зонировать. То есть вы можете частично выделять какие-то зоны, да, то есть, например, какую-то там нишу, да, где у вас там рабочая зона, да, или спальная зона, где как бы у вас нет необходимости как бы расширять пространство. Такой, может быть, сложный вопрос, но для меня он сложный. Да. Есть какие-то классические приемы или классические состоявшиеся в стиле направления, которые не меняются с годами? Вот сейчас потолок, там тренд, там минималист тренд, минимализм, там красно-черно-белый, вот основные цвета, они всегда останутся классическими цветами. Вот это сделать и не переживать, что через 2 года это выйдет из моды. Вот что-то такое есть в архитектуре? Ну, если говорить о классическом направлении, да, ну, конечно, стиль классика, да, то есть он не меняется, это вообще любые исторические стили, они всегда в тренде, да, то есть если, но сейчас исторические стили очень сложно реализуемы. Да? Та же, например, классика, она, как правило, используется неоклассика, то есть классика в современном прочтении, потому что использовать чистую классику или, например, там, чистое барокко сейчас очень сложно из-за как бы повтора вот этих элементов, mm-hmm. да, наличия вот тех фактур и деталей, которые были много лет назад. Поэтому сейчас идет уже более современное прочтение, то есть та же классика, но с современными фактурами. Ну, если отвечать вот на ваш вопрос относительно того, какие приемы, скажем так, классические, да, и которые работают всегда и везде, и не выходят из моды, да, это, например, сочетание именно тоновое, не цветовое, а тоновое сочетание, например, пола, стен, потолка. Uh-huh. Да? То есть, как правило, пол темный, стены более светлые, самый светлый потолок. То есть такая градация, она всегда безвыигрышная. То есть белый потолок. Да. Ну, как правило, да.
Еще одним очень интересным для меня, мне лично показалось направление, это экологичность. То есть вертикальные сады, какие-то коврики, знаю, что чуть ли не из мха делают, и он прям растет, его нужно поливать. Живые, да. Это сейчас действительно актуально или это такая очень узенькая такая? Нет, действительно актуально. Этот оборот начался, обращение именно к натуральным материалам и фактурам начался где-то порядка еще в начале 20 века. Сейчас у нас идет такая ретроспектива, то есть мы как бы переосмысливаем опыт предшествующих поколений. Сейчас это вот именно очень актуально. Поэтому такая вот натуральная архитектура, сейчас можно сказать, что натуралистичный дизайн. Вот. И действительно вот вертикальное озеленение, это сейчас действительно очень хороший тренд. Ну вот живые цветы заменяют это озеленение, если в квартире? Конечно, заменяют. Но, кстати, вот если говорить о тренде, любое подобие живых цветов, будь даже они очень похожи на живые, то есть это уже абсолютно не актуально. Было так в моде еще совсем искусственные недавно, букеты, да? К счастью, букеты мы к этому, от этого уже отходим. Ну, все-таки, то есть цветы в горшках на подоконнике, это тоже не модно или может быть? Нет, живые могут быть, да. Нет, но живые цветы – это такой же классический прием. Какая же женщина не любит цветы, да? То есть это проверено годами, конечно. А что касается тех же вертикальных садов, вот все-таки самостоятельно сделать их можно и воплотить в жизнь? Или конечно, конечно. То есть это достаточно просто, я вам скажу, да. То есть это никакие сверхъестественные технологии, да, то есть в интернете, я думаю, вы найдете очень много каких-то примеров, как это сделать своими руками, вот. Ну, кстати, очень многие студии предлагают свои услуги по такому вот вертикальному озеленению, но я не думаю, что вам составит проблему сделать это самим. В основе все-таки, опять, живые цветы, которые мы берем. Да, живые цветы, но там должен быть именно такой флористический подбор, именно тех цветов, которые будут устойчиво к такому. Вот, судя по ответам, вы живете этой темой. Ну, конечно, живу ежедневно. Так сложилось, что вы пришли к этому, ну, вот как вообще сложилось, что архитектура, смысл вашей жизни? Ну, я по первому образованию архитектор, вот, ну, это действительно та область, которую я умышленно шла с самого детства, скажем так, мои родители меня к этому направляли, видя мои задатки, в моей комнате даже там как-то независимо от меня были, подкладывались какие-то книжки там с великими архитекторами, то есть родители воспитали во мне вот тягу к прекрасному. Вот, и получив образование архитектора, я поняла, что как бы эта область мне интересна, но мне интересно также то, что работа ведется не только в экстерьере, но и в интерьере. Поэтому я получила второе образование в Минске, вот, на базе Академии искусств. Вот, и именно узконаправленное, связанное с дизайном среды именно интерьера. Вот, и глядя на то, что происходит вокруг, да, то, что вопреки всем каким-то таким логическим канонам, когда Брест находится на рубеже Европы, да, и стран СНГ, все какие-то мировые тренды, они почему-то сначала оказываются в Москве, перепрыгивая нас, а только потом, через несколько лет, они возвращаются к нам в родной Брест. Вот. И хотелось бы как-то немножечко перевернуть эту вот такую составляющую. И здесь такая немножко альтруистическая моя такая черта характера, когда мне хочется все-таки донести до людей то, что я сама понимаю, то и к чему я уже многолетним опытом пришла. Поэтому вот возникла такая идея создать свою школу дизайна, в котором бы я делилась вот этими Расскажите навыками. Что это? Как вы это видите? Ну, моя школа дизайна, она является авторской. Почему авторская? Потому что я методику образования, скажем так, разработала сама. Да? То есть, имея два образования в данной сфере, то есть архитектурная и именно дизайнерская, я уже прошла на себе весь опыт образования. Я уже как бы сделала какие-то выводы, где, может быть, нужно надавить, где в какое-то русло более направить, какие-то, может быть, вещи немножко урезать, где-то добавить большего, ввела какие-то такие дисциплины, которые вообще не являются академическими. Например, креатив дизайн интерьера, да, потому что академическая школа, она все-таки основывается на школе там еще многолетней опыта, и просто еще не дошло развитие, да, вот до этих новых дисциплин, которые сейчас актуальны. Вот, поэтому в моей школе такое образование, которое дает такой всеобъемлющий взгляд именно на дизайн сегодня.
То есть не на прошлый дизайн, а именно вот на актуальный дизайн. Я понимаю, что вопрос наверняка, точнее, ответ на этот вопрос будет, ну, очевиден, но тем не менее, учитывая ваше образование, то, что вы преподаете, но тем не менее, допускаете ли вы, как вы относитесь к тому, что люди сейчас очень часто не прибегают к помощи профессиональных дизайнеров, а часто берут это в свои руки и начинают свой дом обустраивать именно там при помощи интернета и не более того. Опасность какая-то в этом есть? Ну, если говорить о частных застройщиках, да, когда они работают в рамках собственной квартиры, да, то есть для себя, создают для себя, то никакого негатива мне это не вызывает. Я даже, наоборот, как бы стараюсь всячески им помогать, то есть ко мне часто обращаются с какими-то советами, я всегда помогаю, всегда поддерживаю. У нас даже была такая вот интересная... интересное мероприятие, когда для своих выпускников я объявляла такой, как бы, такой конкурс, назывался он «Помощь дизайнера». То есть мои выпускники бесплатно оказывали помощь любому желающему, который как бы хотел обустроить собственное жилье. Но я категорически негативно отношусь к применению неквалифицированной помощи дизайнера в каких-то общественных помещениях. Да? Mm-hmm. То есть это когда начинается... начинают выполнять какой-то не дизайн, а околодизайнерское какое-то мероприятие вот, в рамках помещения, которое посещается не только, скажем так, членами семьи, да, которое должно воспитывать вкус общества. Да, когда человек... мы, к сожалению, очень долгие годы были лишены этого, да, то есть живя как бы за железным занавесом. Вот, и поэтому у нас не было возможности воспитывать себя. Когда, например, люди, живущие, например, в Италии, каждый день проходя возле статуи там, Микеланджело, да, то, естественно, у них совершенно другой взгляд. И у них совершенно другие квартиры, другие интерьеры, не такие, как у нас. Поэтому мы должны все-таки, ответственность дизайнера в том, чтобы воспитать вкус общества. Поэтому я считаю, что интерьеры, которые выставлены на показ, должны быть все-таки... грамотно выстроены, академически грамотно выстроены. Конечно, могут быть спорные моменты, они всегда как бы потом подогревают интерес публики, да, но тем не менее там не должно быть каких-то критических ошибок, чтобы вкус общества все-таки воспитывался правильно. Ну, возвращаясь к началу нашего разговора, мне бы хотелось, чтобы вы как-то, может быть, еще добавили, что ли, вот этих самых модных тенденций, трендов, да, так называемых. Вот мы уже говорили про стиль Боха, про европейский дизайн, про минимализм его применения. Какие-то еще такие вот фишки последние, самые последние, о чем можно было вспомнить? Если сказать, например, об устройстве кухни, да, то есть самый современный тренд – это когда в нашу обычную такую хозяйственную жизнь входит уже профессиональная кухня. Да? То есть если вы бывали когда-нибудь на кухнях, профессиональных кухнях, например, ресторанов или кафе, вы смогли заметить там некие такие вот вещи, как, например, стальная столешница, да? То есть эти тренды уже начинают переходить в нашу домашнюю кухню. То есть именно вот эти профессиональные какие-то вещи, то есть профессиональные гаджеты, например, да, то есть, например, тот же диспозер или измельчитель отходов, да, то есть он абсолютно правовое место занимает в профессиональном деле, но уже используется в быту. Например, винные шкафы, да, то есть тоже уже очень-очень перетягиваются именно. Главное, чтобы хватало на все это место теперь на наших современных кухнях. Да. Денег – самый главный вопрос. Александр, спасибо большое за то, что это утро вы встречали вместе с нами, что так рано вы к нам присоединились и поделились очень полезной информацией. Да, но у наших телезрителей, надеюсь, действительно есть возможность все это реализовывать. И главное, наверное, вывод сегодня, который я для себя уяснил, это не делаем сами, а все-таки пользуемся консультацией специалистов. Но мы продолжаем говорить на тему дизайна интерьера. Перейдем к практичным узконаправленным советам. Далее в нашем эфире специалисты помогут выбрать керамическую плитку. Так что смотрим. Сегодня мы приехали на одно из ведущих белорусских предприятий, где производят очень необходимый для обустройства жилища стройматериал. Среди профессионалов своего дела в корпусе выносит аппетитное название «бисквит». Догадываетесь, о чем пойдет речь? Итак, мы будем выбирать керамическую плитку. Керамическая плитка или кафель – это собирательное название целой группы отделочных материалов. Чаще всего под керамической плиткой подразумевают пластины различного формата, как правило, прямоугольные, из обожженной глины.
При выборе керамической плитки следует сразу же определиться, где вы ее будете использовать. Для внутренних работ или для наружных работ. При этом для наружных работ нужно выбирать морозоустойчивую плитку. Плитка для внутренних работ имеет большую степень водопоглощения. По этой причине ее лучше не применять для уличных работ. Ну, подразумевает, что если попадает влага на морозе, она расширяет и может рваться. По предназначению керамическая плитка разделяется на напольную керамическую плитку и настенную керамическую плитку. Напольная плитка, она более толстая, она имеет противоскользящий эффект, она более износостойкая. Так, настенную керамическую плитку не рекомендуют применять для полов. Напольную же керамическую плитку при желании клиента можно укладывать на стены. При выборе керамической плитки сразу следует определиться, в каких помещениях вы ее будете использовать. Так как существует 5 классов износоустойчивости плитки. Так, плитка первого класса наименее износоустойчива, то есть ее рекомендуют применять внутри помещений с небольшой проходимостью. А вот уже плитка пятого класса износоустойчивости применяется в супермаркетах, больницах и прочих помещениях с высокой проходимостью людей. При выборе напольной плитки следует обратить внимание на антискользкость. Так, плитка с глянцевой поверхностью является скользкой, что не совсем приемлемо для напольных покрытий. Лучше выбирать плитку с антискользким эффектом. Итальянцы и испанцы были законодательными в области производства плитки далеко не всегда. Собственно говоря, полноценно развернуться им удалось лишь веку к X, когда через католическую церковь у арабских мавров они заполучили секреты изготовления керамической плитки. Теперь же в Италии даже существует фабрика, которая выпускает уникальную расписную плитку ручной работы. А суть в том, что росписи такого типа и выполненные в такой технике украшали рыцарские доспехи 15-16 веков. Отличительной особенностью керамической плитки от других отделочных материалов является прочность. Так, керамическая плитка может быть при правильной укладке прочнее даже железобетона. Она выдерживает нагрузку порядка 30 тонн на метр квадратный керамической плитки. При правильном уходе она может прослужить до 50 лет. Несомненным плюсом керамической плитки является наличие широкого спектра дизайнов, широкого количества форматов. На данный момент керамическая плитка может имитировать природный камень, кожу, дерево и так далее. То есть любой природный материал мы можем показать на керамической плитке. Что говорить о форматах? На данный момент уже существует плитка с косыми гранями, существует керамическая плитка прямоугольная, размерами от сантиметра до нескольких метров. Керамическая плитка не горит, она не пропускает электрический ток, она очень практична. При выборе керамической плитки нужно ее осмотреть. Керамическая плитка должна быть ровными и правильными краями, на ней не должно быть никаких сколов, мушек, трещин и так далее. Если лет 7-8 назад на этом предприятии могли выпустить 3 миллиона квадратов керамической плитки в год, то с тех пор, как здесь заработали итальянские линии, производительности сразу же вырос до 12 миллионов годовых. Причем качество не уступает количеству. Оно неизменно прогрессирует. Ведь процесс модернизации здесь стал непрерывным. Доброе утро, Брест! Всем подъем, доброе утро. Желаем всем прекрасного дня. Доброе утро, Брест! Всем привет, хорошего дня, хорошего настроения. Всем доброе утро. Доброе утро, Брест! Доброе утро, Брест! Хорошего настроения всем выпускникам ВРГТУ! Привет! Все. Привет! Доброго утра, отличного настроения. Еще раз, уже, наверное, сегодня в 17-й раз мы желаем всем телезрителям, кто с нами с самого начала, кто, может быть, только что присоединился, а совсем-совсем мало времени до начала работы. Кто-то и ходит на 8, кто-то на 9. Программа «Утренний эспрессо» приближается к своему финалу, к сожалению. Однако еще много интересного. Телефон студии прямого эфира 21-55-65. Ну, все дело в том, что у нас сейчас розыгрыш, да. Поэтому это действительно очень интересно. Розыгрыш
сертификата на один вечерний макияж с 50% скидкой от профессионального визажиста Карины Савчук. Для того, чтобы получить этот сертификат, вам нужно всего лишь ответить на наш вопрос. Вначале зададим вопрос, а потом расскажу еще очень много интересной информации. Итак, я согласен. Итак, вопрос. Первые губные помады появились около 4-5 тысяч лет назад в древней Месопотамии, где женщины украшали губы пылью, внимание, драгоценных камней. А вот египтянки, известные своим трепетным отношением к собственной красоте, уже в древности изобрели способ красить губы на несколько дней. Вопрос, чем же они красили губы, чтобы вот этот красивый сочный цвет держался несколько дней? Телефон студии прямого эфира 21-55-65. При этом интересный факт о том, что при этом можно было кушать. И на самом деле именно египтянки настолько любили помаду и различные помады, что вместе с драгоценностями обязательно клали рядом с умершей красавицей. Вот так любили красить губы. Красить губы – это было очень значимое для них событие. Потрясающий сертификат. Кстати, мужчины, можете присоединяться. Да, подарить этот сертификат, да, подарить, своей подарить любимой. Этот сертификат своей любимой. Действует он в течение 3 месяцев. А это значит, что не обязательно прямо сейчас бежать делать вечерний макияж. Можно приберечь его на отличный случай, значимый для вашей семьи. Итак. 21-55-65. Продолжаем любопытными фактами делиться из мира красоты. Мужчины во времена Людовика VI и даже первый президент Америки Джордж Вашингтон любили красить губы, а кардинал Ришелье красил не только губы, но и кончик носа. Не знаю, зачем он это делал, но факт исторический, между прочим, и доказанный. Да, некоторые статистические подсчеты говорят, что продажи губной помады возрастают в дождливые пасмурные дни. Ну, думаю, вода смывает губы. А я думаю, что делается это для того, чтобы повысить настроение красавицам. Продажи ведь возрастают именно ярких цветов губной помады. Поэтому есть вероятность и такого решения вопроса. Чем же красили губы в Египте? Что хватало на 3 дня. Какой же использовали материал для этого? Да, очень знаменитый материал, который сейчас есть. Сделаю подсказку. Не говори. Сейчас первую букву? Не говорить, нет, не буду говорить первую букву. Сейчас будешь красить этим губы? Тоже нет. Не надо вперед бежать паровоза, как говорится. Но на самом деле подсказка, внимание, очень хороший у нас подарок, поэтому звоните 21-55-65. Этот материал до сих пор используется, но уже не для того, чтобы красить губы. А это один из самых природных и дешевых красителей для волос. Поэтому... Натуральных. Натуральных, да. Звоните, выигрывайте сертификат для себя или для любимой. Ну, говорят, что обладательница самой большой коллекции губных помад, правда, вот здесь информация разнится, от 200 до 300 тюбиков приписывают эту коллекцию Софи Лорен. И мало того, что помады, естественно, все очень качественные, дорогие, а говорят, что еще и цвета не повторяются. То есть там просто шикарная палитра. Ну, 300 тюбиков, я даже не представляю, как это выглядит. Не знаю. У тебя много тюбиков помады в коллекции? Ну, а какой любимый цвет? Не 300. Вот каждая, наверное, девушка, которая сейчас и смотрит, или женщина, есть любимый цвет помады. Вот как-то определяется? Не знаю, я даже. Знаю, или что, меняется? Я знаю, что в Средневековье женщин, которые красили губы красной помадой, приписывали им самые различные, не самые приятные деяния и даже сжигали на кострах, как ведьм. О, есть у нас звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Валентина Ивановна. Очень серьезно. Доброе утро, Валентина Ивановна. Хотя по голосу вы очень молодая девушка. Валентина Ивановна, спасибо, что вы дозвонились до вас, до нас. Итак, чем же красили губы в Египте, в древнем, для того, чтобы хватало на несколько дней этой краски? Ну, я вот так немножко думаю, или глиной, или хной. Ну, мне правильно. Нравится и то, и другое. Глина тоже, наверное, классно. Ну, я думаю, что вы, я не думаю, я уверена, вы угадали, все-таки не глина, точно, хна, действительно, хной красили губы. Мы вас поздравляем, оставайтесь, пожалуйста, на связи, смотрите «Утренний эспресс», звоните нам чаще, выигрывайте отличные подарки. Не крась глиной губы. Нет, глиной не буду. Мне кажется, что это не очень удобный момент. Давай попробовать надо. Это только надо попробовать. Так, продолжаем. Уважаемые телезрители, современные технологии, конечно, идут вперед, но
на природные материалы надо помнить и о них. Поэтому не откладывайте хной, может быть, попробуйте. Да, мы далее самая актуальная информация перед выходом из дома в эфире утреннего эспрессо. Именно прогноз погоды, партнер показа прогнозы погоды, компания Белтелеком. Смотреть телепередачи, пользоваться интернетом и звонить по телефону заметно выгоднее с использованием пакета «Ясно». Пакет «Ясно» – это три услуги с безлимитными телефонными звонками внутри сети Белтелеком. Ну, а дополнительную информацию, конечно, можно узнать и на сайте beltelecom.by, и по телефону 130. Прогноз погоды. Говорим мы еще раз вам. Программа «Утренний эспрессо» с вами каждый будний день работает в прямом эфире. Жаркую погоду обещают нам синоптики сегодня. Вернулось такое настоящее лето к нам, да. Поэтому будьте бдительны. Это, мне кажется, еще одна причина улыбаться и хорошая погода. Но также просто не надо придумывать особенных причин. Положительная улыбка и улыбка, вызывающая положительные эмоции, классно влияет на здоровье. Именно помогает иммунной системе работать лучше. Когда мы улыбаемся, все тело расслабляется и в целом все становится прекрасно. Ну и целый ряд исследований доказывает благотворное влияние смеха на здоровье человека. В том числе и то, что смех схож с мини-тренировкой, в результате чего сжигается жир и улучшается рельеф мышц пресса. Смех также улучшает кровообращение, снижает уровень сахара в крови, уменьшает уровень стресса и улучшает сон. Вот такие вот выводы ученых. Также способен повышать в организме уровень антител, которые борются с инфекциями, а также, как мы уже говорили, улучшает работу иммунной системы. Так что улыбаемся, смеемся, делаем это чаще, делаем это искренне, дарим эти улыбки, конечно. Ну, помогать улыбаться, мне кажется, кроме нашей программы, много-много есть способов. Ну, например, кусочек шоколада. Кусочек шоколада, да, просмотр утреннего эспрессо с чашечкой ароматного кофе. Мне кажется, наш сегодняшний понедельник получается замечательным. Мое любимое слово – замечательным. 11 июля у нас на календаре, несмотря на то, что будет жаркая погода. Многие отправятся сегодня на пляж. Помните о том, что солнышко – это радость, но и немножко и беда. Поэтому будьте осторожны, используйте все различные способы защиты, дозируйте. Солнце сегодня, питьевая вода, меньше автомобилей. В общем, все задачи, которые мы сегодня обсуждали, перед вами мы поставили. Те люди, которые сегодня отправятся все-таки в офис, на работу, может быть, даже будут в более выигрышной ситуации, потому что солнышко палящее будет сопровождать их только по пути на работу. Вечером уже будет зной спадать, и все будет замечательно. Да, на работе, наверное, есть кондиционер. С этим тоже аккуратно. Тоже нужно быть очень аккуратным. Между прочим, из-за кондиционеров именно в жаркое время года чаще всего много простуд и элементарных таких там болезней горла, насморков и всего остального. Поэтому тоже нужно дозированно использовать технологии. А между прочим, день сегодняшний необычный. Мы уже об этом говорили в начале программы. 11 число. И в этот день все любители шоколада празднуют свой сегодня праздник. Сегодня официально разрешаем кушать шоколад сколько угодно. В любом количестве, потому что шоколад очень полезен. Ну, опять-таки, в любом количестве сказала, да, и поняла, что все-таки не так. Ну, хоть и раз в году хочется. Да, поэтому начинать утро можно с шоколадки сегодня официально, учитывая то, что Всемирный день шоколада официально признанный праздник, французы ввели его, вот, и именно им мы благодарны должны быть за то, что можем посещать сегодня всевозможные заведения, где производится шоколад, и узнавать новую информацию об этом чудесном сладком. Чем знаменит день сегодняшний в другие годы, мы сможем узнать из нашей рубрики «Календарь», которую сейчас хотим предложить еще раз посмотреть вам, уважаемые телезрители. Календарь. «11 июля» ознаменовано следующими событиями. 1893 год.
Японский продавец лапши с овощами, руководствуясь благими намерениями подарить возможность созерцать прекрасное каждому, даже бедному человеку, совершил настоящую революцию в ювелирной индустрии. Какучи Макимото впервые вырастил искусственную жемчужину. Сегодня в 123-й день рождения одна оригинальная жемчужина от уже бренда Микимото стоит свыше 100 тысяч. 1911 год. В нынешней Брестской области родился Иван Потапович, белорусский поэт, более известный как Ян Кочабор. Все его стихи носили ярко выраженный нравственно-воспитательный характер. Сам поэт был активным участником национально-освободительной борьбы в Западной Беларуси. 95 лет назад, в 1921 году, в Минске состоялось торжественное заседание, посвященное открытию Белорусского государственного университета. Участники заседания Червяков, Кнорин и Печета направили приветственную телеграмму Ленину, а также Российской и Украинской академиям наук. Главный университет страны начал работу лишь 30 октября. В 1959 и 1965 годах в Минске были зарегистрированы абсолютные рекорды температуры, не побитые по сей день ни одним из последних жарких или прошлых холодных лет. В 1959 году в разгар лета столбик столичных термометров показал плюс 33, а спустя 6 лет, в 1965 году, всего плюс 5. 1974 год. В Китае на севере провинции Шэньси местные крестьяне наткнулись на обломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении. Находка привлекла внимание археологов, и здесь развернули масштабные археологические работы. Вскоре перед исследователями в полном боевом снаряжении предстала терракотовая армия, охранявшая гробницу легендарного императора Цинь Шинхуанди, который в свое время приказал возвести Великую Китайскую стену. Уважаемые телезрители, напоследок, чтобы вы зарядились хорошим настроением еще раз, мы будем для вас улыбаться совершенно искренне. И помните, чтобы не приготовил день грядущий, помните, из любой ситуации можно найти выход, если знать, где его искать. И нет лучше помощника в подобном поиске, чем позитивное настроение, которое, кстати, всегда в наших руках. Да, зависит только от нас. В общем, поменяйте свое отношение к неудачам, ведь даже из самых сложных, неприятных ситуаций можно и нужно извлекать полезные моменты. С вами была программа «Утренний эспрессо». В студии работали Виталий Иванов и Екатерина Нечипорук. Удачного вам рабочего дня. До встречи. До свидания.